Извинения и компенсации в размере 45 тысяч долларов требуют от японского правительства 13 китайских граждан. Они подали иск с намерением наказать Японию за рабский труд, пытки и унижения во время Второй мировой войны. Пострадавшие призвали японское правительство посмотреть в лицо истории и заплатить по прошлым счетам, чтобы Китай и Японию связывали искренние дружеские отношения. Среди истцов – участники и родственники участников бунта, которые начали китайские рабочие на шахте в префектуре Акита. Восстание поднялось против нечеловеческих условий содержания, голода и издевательств. Отметим, что бунт в шахтерском лагере, где содержались около 1000 граждан Китая, начался в конце июня 1945 года. Во время его подавления погибли почти 400 рабочих.